І, коротше, ми є тим з акселератором. Стараємося, лісничок, стараємося. Ми, звісно, не думали, що, блін, акселерон поїде. Пойди, з нами в Омск. Ну, все случилось. І не навіть внезапно. І нам так страшно. Вони зараз йдуть проти мене. Я хочу його зняти, а не можу зняти. Блін, Оксимирон так круто. Песня Оксимирона — это здорово. Слушайте Оксимирон, смотрите Оксимирон. Короче, ну попробуем, жить, конечно, роковую песню. Классно. Да, да. Это, да, в общем, я не знаю, как там. Сейчас попробуем, но это не точно. Там, где нас нет, горит невиданный рассвет, где нас нет. Море и рубиновый закат, где нас нет. Лес, как малахитовый браслет, где нас нет. Того, что мы приехали на улицу Костричинскую, спросили у алкаша, как пройти дальше. Он нам сказал. Но... Нам сюда, нас чуть не забрали уже, полетай. Милиция. Ну, вон, 5 минут. Что будет дальше, увидите. Да, не знаю, еще, но, в общем, мы идем на туда. Да, куда мы там собрались? Хорково. Мы такие, значит, к мосту подходим, я говорю, а, не смотри, речка будет. Да, речка, да, очень похожа. Да, 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 конечно. Мы тут гуляем. Гуляем, таки гуляем. А тут, ну, просто, знаете, по полоску, вот, ну, чисто идем, а тут фараон, как бы, оба. Никого одна. Вот так. Мы тут кушаем. Покупайте белорусское. Покупайте белорусское. Покупайте белорусское. Это? Пока я найду, где это написано. Это белорусское. Покупайте белорусское. Как всегда, фантики ко мне. Я ж не могу, как Аня, выкинуть на улице. Сидим, перекусываем тут, короче, тут в парке. Вот тут. Идем с Полинкой на вокзал. Сейчас посмотрим, во сколько. 10. Вон. Да. Вот Витебск. Мы ставим в очереди. Решили купить мороженое. Мы сейчас поставим на дизель, но мы, короче, с мороженым зато будем. Мы тут либо опоздали. 2-2, то же самое. Либо опоздали, либо не опоздали. А Полина уже поняла. А следующий. Блять, в 10 часов ночи. Где вторая? Где? Ты дура, вон где мы приехали. Дебилка не понимает ничего. Где Полоцк, Витебск? 2-2, вот, 2-2. Ой, господи. Учить ее и учить. Все бегут, а я влог снимаю. С мороженым. Господи, как дура, сейчас будем его есть. Да точно, Витебск. Сейчас спросим еще. Сейчас, блин, побежим туда за ним. Он будет уезжать, а мы такие. Ой, извините, мы влог снимаем. Ой, там еще милиция, материться нельзя. И, кстати, у нас годный контент. Короче, все, покеда. Да, подняться будет еще на ваш вагон. Прикалываешься. Сейчас бы на велике покататься. А, да, сейчас бы на велике. Ой, мамочка моя дорогая. Это Витебск, детка. Это Витебск, детка. Короче, провод. Ну, вот так вот. Все это выглядит. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так.